Всем привет! С вами Кобальт. Это канал Стас Кобальт. А, сходил на тор Рагнарёк третье число. Сходить вам или нет, я скажу в конце видео. Сейчас хочу поделиться своими впечатлениями. Ну впечатления какие вам сказать? А, не очень, не очень. Сразу надо сказать. А, комедия очень хорошая, комедия очень здоровская у них получилась. А, прям ржал там весь зал даже получше, чем у Стражей Галактики получилась комедия. То есть вы пойдете на комедию, вы не пойдете на какой-то серьезный фильм. Так что рассчитывайте на это, что вы идете на комедию. Сразу настраивайтесь. Поэтому я и говорю, что как бы фильм мне сам не очень так вот зашел. Потому что он ну, от канонов жанра отошел. То есть он вот первая, если вторая часть были какие-то там, ну такие более серьезные, особенно первая часть мне больше всего понравилась. Если сравнивать, допустим, со стражами Галактики, то э, стражи мне понравились меньше, чем вот этот Тор. Он, он значительно там э, по каким-то моментам э, превосходит этих стражей, ну той части, что он очень комедийный фильм, и в этой части он превзошел, по-моему, ну все там фильмы, фильмы вот, которые выходили, да, там и «Пираты», и так далее, и «Стражи» в этом году, который и «Человек-паук», вот, по каким-то комедийным моментам, поэтому я говорю, что если вы любитель вот э, таких жанров, э, вам нравятся эти жанры, то, пожалуйста, этот фильм будет для вас, но мне он показался, ну, каким-то вот, знаете... Сильно, уж сильно э, коми, комедийный такой, да, фильм. Вот. Э, актерская работа, хорошо, даже отлично. Мэтт Деймон там откуда-то взялся. Потом э, взял, э, пришел, значит, даже на помощь им Доктор Стрэндж, Вот, ну не знаю, что он там делал, я так и не понял. Э, вот значит, Асгард они взорвали уже окончательно, все, Асгарда нет. Поэтому очень смешно прям аж уржаться. Вот, поэтому я говорю, что ехал даже вот сейчас, ржал тут вот по дороге, а очень смешно. Тор, Тор этому поспособствовал. Тор вообще красавчик, да. Вот, поэтому я говорю, что если вам нравится такое, я вот еще, еще сижу и до сих пор не могу, до сих пор меня в смех тянет. Поэтому я говорю, что, ну, я если вы идете на серьезный фильм, хотите сходить на какой-то серьезный фильм, поэтому ну, можете его пропускать или посмотреть дома, или в 3D посмотреть, если у вас есть 3D телевизор, просто в 3D посмотреть дома и посмеяться. Вот, поэтому, как я и говорил, как я и прогнозировал, у меня был 25 числа прогноз на этот фильм, как бы я от него сильно много ничего не ждал. Прогноз мой оправдался. Антагонист Тора тоже так вот подкачал, да, Кейт Бланшет э, сестру Тора играла в этом фильме все остальные вот э, актеры были на высоте там халк на высоте этот э, опять же этот локи и так далее все вот эти вот актеры да они были очень хороши ну в основном такой фильм получился ну неплохой так что можно сходить там с детьми все с вами был Кобальт всего доброго